Так, откуда у меня нарост? Как? А, у меня его выкинули. Тогда я это заберу. Эй, дай! Дай, моя зельеварка! Чёрт! Моя зельеварка, верни! Вот третья фаза. Да дай зельеварку. Куда ты? Дайте, у меня еды уже не будет. Надо арбузов покопать. Там что-то копают? Что там копают? Там какое-то секретное отделение. Скорее всего, секретный склад. Так. А, первое зелье закину в толпу своих. И, в принципе, остальные здесь все сюда закину. Стойте, друзья! Вроде бы ускорил. Горю. Ау. Меня просто взяли без церемоний. Стоп, у нас же куча золота в сундуках было. Я же могу сделать. По идее. Где золото? О, 16 золота. Его было больше. Его взяли. Ладно, мне надо... Что мне надо? Вот это. Вот это. А можно где-то одно золото? Пожалуйста. А вот. А, ну, в принципе, у нас хороший шахтер. А? Окей, при карманю. Вот это. И все. Кто у нас там, Марина? Где? В какой команде? Окей, неважно. Так, все, создаю зелье невидимки. Там. А можно? А фу. То, что можно сделать. Вот так. Ох. Так. Все, мутное зелье. Варю зелье дальше. Кстати, надо посмотреть, что тут происходит. Что тут делают? Что тут сделали? Секретный склад. Зельеварочный. А, ясно. Так, там кто-то в чате. Кто писал-то в чате? Дион. Где Дион? Тури, я умею. Все, запил зельку. Набрал новую. И поставил сюда. Это сюда. Железо, пожалуй, я... Пожалуй, тут я скину все, что мне не нужно. Четвертая фаза. Сундук непонятно где. О, это же перелет, буквально. И хоп. Ох, главное это, чтобы никто не заметил мой перелет такой веселый, красивый. А, еще чьи-то железные поножи успел тянуть. Это что? Бесполезно. Проползаю к ним на ба... Что это? О, Дион молодец, Дион. Не зря Диону дал зельку. Он молодец. Правда, Диона там, скорее всего, сейчас разобрали. Алмазики есть, я при кармане. Это железо тоже, это тоже. Это тоже, это тоже. Главное бы не взять слишком много. Так, теперь надо аккуратненько отойти, чтобы это никто не видел. И сбросить весь мусор. Он мне, в принципе-то, и не нужен. Им тоже, наверное. Так. Аккуратный спуск. Время. Первый. Второй. О, восстанавливаю. Или нет? Восстановил. Восстановил. Не восстановил. Восстановил. Ах, ну ладно, я тоже, в принципе, нормально постарался. Тортики вкуснее. О, там есть ингредиент. Да? Скот убивают? Ладно. Получается, беру вот это, вот это, вот это.
Да, в целом все, больше не надо. Стоп, а где? Где моя золотая морковка лишняя? Ладно, видимо. Видимо, придется идти за морковкой. Хоть бы не перелететь. Ух. Вот, все, морковочка есть. Я полетел дальше. Опа. Здравствуйте. У вас тут уже закончилось. Вот это готовится. А этот суп. Этот суп тоже закончил. Ладно, пока что я пойду складирую оставшиеся предметы. О, вот тут уже тоже супы заканчивают вариться. Все, 6 зелий. Это же вполне достаточно. Надо бы найти какую-то кирочку. О, кирка. Зачем я ее выбросил? Не. Тепло один. Черт, черт, черт. Ну и что, все? Да кто нам ломает? А, они просто решили их поубивать. Слушай, давай ты без этого. Давай без этого, давай без этого, давай без этого, давай без этого, давай без этого. Уей, 200! Ё-моё, чё им так плохо это на эту? Ладно, всем... Всем пока! Если вам понравился такой формат видео, то поставьте лайк, там, комментарий напишите, как мой голос звучит. Ну и... Все. А почему я в лимбо?